Привет, друзья! Очень коротенькое видео, но думаю, многим будет полезно. Решил напечатать из ABS пластика обдув для нашего Тронкси. Ну, я спроектировал свой собственный обдув, вы его увидите, он очень интересный, чем-то напоминает этот, но с регулировкой, ну, короче, шикарный обдувчик, вам понравится. Но проблема оказалась в том, что подложка при больших температурах, там 105 градусов, она очень плохо начинает липнуть. Адгезия у нее слабенькая, и ABS пластик немножко отлипает. Но я нашел самое простое решение, как восстановить адгезивные свойства нашей наклейки. И для этого я использую вот такое специальное средство. О нем уже делал неоднократно обзор. Как вы уже догадались, это смесь изопропилового спирта и клея BF2. Пропорции 50 на 50. И заливаем вот такую вот бутылочку. Пшикаем на стол. При этом сразу хочу отметить, что если у вас стол, там стекло, неважно, или вот такая даже наклейка, всю эту процедуру делаем на холодную. Вот так вот шпателем это все разровнять красиво. Когда включим нагрев, это все быстренько подсохнет и будет равномерный тонюсенький слой. Его практически незаметно будет. Адгезивные свойства, видите, подложки полностью восстановились. И вот посмотрите, как укладывается ABS пластик. Ну вообще никаких проблем, не вижу, чтобы где-то хоть как-то отлипало. Оторвать вот эту вот, видите, полосочку у меня даже я не могу. Смотрите, какая адгезия мощная. Но самое главное преимущество такой смеси в том, что после того, как стол остынет где-то до 80 градусов, то вот эта деталь сама отвалится. Эти адгезивные свойства работают для всех пластиков. PLA, PG, ABS, нейлон, Flex. С помощью вот такого вот клея BF2 мы полностью можем восстановить свойства нашей подложки, или же стекла, или же просто стола, или же, например, ультрабазы. На том же летающем медведе я точно так же восстановил свойства ультрабазы. Ну вот, пожалуйста, укладывается подложка из ABS. Я думаю, что здесь претензий быть вообще никак не может. При этом работает сейчас еще, помимо этого, автоуровень, который сглаживает все неровности стола. Хотя стол очень даже ровный. Надеюсь, этот видео лайфхак поможет вам в 3D печати и сэкономит кучу времени. Не забудьте подписаться на мой второй канал Чуча ТВ Лайф, потому что здесь у нас будет очень много полезного и интересного для вас. А на этом я, друзья, с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.